Соціальна галузь у пріоритеті для міста. Скільки грошей і на які програми виділили депутати на 2019 рік? Розвинена велоінфраструктура, оновлений аеропорт та благоустрій міста. Який кошторис закладено на ці та інші сфери, дізнавались наші журналісти. І підбивати підсумки бюджетної сесії будемо у студії акцентів з секретарем міської ради Русланом Пидоричем. Вітаю глядачів акцентів. Майже 9 мільярдів гривень. На таку суму житиме місто у наступному році. Головний кошторис затвердили на 35-й сесії міської ради. Більше 6 мільярдів гривень спрямують на програми освіти, медицини та соцзахист. Ще у понад півмільярда місто обійдеться розвиток житлово-комунального господарства. За перебігом сесії слідкували наші журналісти. Докладніше про затвердження головного кошторису у сюжеті Катерини Ганжі. Головним питанням порядку денного 35-ї сесії Запорізької міської ради стало затвердження кошторису міста на 2019 рік. Міський голова Володимир Буряк наголосив, як і в попередні роки, документ має соціальне спрямування. Понад 6 мільярдів гривень передбачено на медицину, освіту, соцзахист, допомогу військовим та їхнім родинам. А от бюджет розвитку міста на наступний рік становитиме трохи більше 700 мільйонів гривень. Міський голова зазначив, що сума була б більшою, але частину власних коштів місто спрямовує на статті, які не покриваються з державного бюджету. Недофінансування на сьогоднішній рік і на наступний по проєкту у нас складає близько 1,3 мільярда гривень. Тому на бюджет розвитку у нас залишається, якщо не помиляюсь, близько 738, це поки що в проєкті, мільйонів гривень. Ще 500 мільйонів гривень депутати заклали на програму розвитку житлово-комунального господарства. Згідно з нею, плануються і ремонти у 7 гуртожитках. Окрім цього, місто виділить кошти на співфінансування реконструкції у будинках ОСББ та реалізацію програми «Теплі кредити». На це у бюджеті передбачено 2,5 мільйони гривень. 141 дом на 35 мільйонів гривень залог кредитів, 2,5 мільйона відсоткові ставки, які ми з вами возмістили. На наступний рік планується приблизно той же рівень. Мені дуже приємно, що ми продовжуємо, і ця програма із року в рік збільшується. Це збільшується те, що ми з вами і люди наші беруть кредити, так звані теплі кредити, а ми відшкодовуємо відсотки по цим теплим кредитам. Ми підтримуємо ОСББ і як організованих наших жителів в цьому напрямку. І в розрізі цього у нас десь близько 2,5 мільйонів, і з кожним роком ця програма піднімається, збільшується, і це також дуже добре. Ще 34 мільйони спрямують на продовження будівництва терміналу аеропорту. Володимир Буряк зазначив, вже наступного року роботи на об'єкті мають завершитися. Кошти на термінал будуть виділені не лише з міської скарбниці, а й з власних прибутків підприємства та за рахунок кредита. Правління Держбанку дало згоду на кредит аеропорту Запоріжжя, тому всі далі, як кажуть, кошти на будівництво цього терміналу підуть уже по кредитній лінії, який буде, візьме на себе наше комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Запоріжжя». Також сьогодні є в програмі у нас далі це те, що ми будемо замінювати обладнання на посадковій нашій смуги, а також продовжимо роботу по огорожі нашого стратегічного, я вважаю, об'єкту «Запорізький міжнародний аеропорт». Також депутати підтримали програму розвитку міської велоінфраструктури. Вже наступного року у місті мають з'явитися велодоріжки та спеціальні майданчики для паркування. Перші такі об'єкти облаштують на набережні. Роботи обійдуться місту у 850 тисяч гривень. Катерина Ганжа, Володимир Кіт, телеканал ЗЕТ. Повертаємося в студію акцентів. Я рада вітати мого гостя. Традиційно після сесії міськради ми зустрічаємося у цій студії з секретарем міської ради Русланом Пидоричем. Вітаю вас, Руслане. Добрий вечір. Глядачі можуть долучатись до розмови та ставити свої запитання за номером телефону, який з'явився на екрані. Також пишіть нам у Фейсбуці на офіційній сторінці телеканалу ЗЕТ. Отже, як в цілому пройшла бюджетна сесія? Без скандалів, без ексцесів? Діло в тому, що достатньо длительно ми обговорювали з депутатами бюджет 2019 года и начали обсуждение его даже не после сессии, которая была в ноябре месяце, а гораздо раньше. И обсуждение было по всем комиссиям. Каждая профильная комиссия очень внимательно и очень дотошно рассматривала каждый проект.
именно каждую программу, которая касается именно ее профиля работы. Поэтому, как правило, депутаты копья ломали именно вот в рабочих моментах. А потом, уже на сессию, когда мы вышли, там уже было, в принципе, я кажу, зважные такие решения. Все четко понимали, за что они голосуют, как они голосуют. Поэтому вчера сессия прошла очень конструктивно. Я хочу сказать, что за сколько лет вот, нашей каденции, это вот уже четвертый как бы, бюджет, который мы принимаем, это единственный раз, когда все 51 депутат, которые были в зале, единогласно проголосовали за утверждение бюджета. Я считаю, что это очень высокие результаты. В плане чего? В плане того, что и исполком очень хорошо поработал для того, чтобы убедить депутатов в необходимости тех или иных как бы, распределений. И, соответственно, депутаты уже достаточно профессионально разбираются во всех направлениях, которые касаются жизни нашего города Запорожья. Поэтому я считаю, что очень конструктивно, очень положительно. И я смотрю на то, что, наверное, 2019 год, он, наверное, самый продуктивный год будет в распределении бюджета. Наскільки бюджет на наступний рік відрізняється від цьогорічного? Взагалі, звісно, якщо взяти общі поступлення средств, які ми очікуємо по кінцю 2018 року і 2019 рік, ми йдемо приблизно так же. Тобто общий фонд у нас там не особо відрізняється. Єдине, що в 2019 році ми запланували приблизно около плюс 500 мільйонів доходної частини, которую мы можем пустить на бюджет развития. Но, к большому сожалению, как было уже сказано в нашем сюжете предыдущем, да, у нас очень сильно, конечно, уменьшилось сам бюджет развития. Если основной загальный фонд у нас в том же самом объеме, потому что, в принципе, он состоит на 99% это из защищенных статей, которые мы не можем не убрать, как бы, и нет никаких прав у нас на это, то бюджет развития приходится у нас вот, как бы, регулировать по мере тех задач, которые стоят перед нами. И в связи с тем, что у нас действительно очень сильная социальная нагрузка на нас сейчас, мы, в принципе, можем отказаться от этой социальной нагрузки. Но, как говорится, нет у нас пока на это никакого морального права, потому что это, прежде всего, отказаться от льгот, которые есть у наших пенсионеров, у нас у защищенных слоев населения. Это те направления, которые очень больно ударят по ним, учитывая то, что у нас сейчас вообще эта категория населения находится в очень таком низком финансовом положении. Поэтому нам, мы вообще, если посчитали, когда мы посчитали бюджет 2019 года, то бюджет развития был бы 2,2 миллиарда. Это, конечно, очень хорошая сумма. Мы бы смогли очень много чего сделать в городе Запорожье, и в центральной части города, и внутриквартально, и мы бы наконец-то захватили бы частный сектор и начали там восстанавливать его из тех руин, в котором он на данный момент находится. Ну, к большому сожалению, государство не все обязательства выполняет перед собой. И, грубо говоря, нас наказали почти на 1,3 миллиарда гривен. Из этого 1,3 миллиарда гривен, которые мы должны пустить на социальные нужды, у нас осталось, по большому счету, там 740 миллионов, которые мы распределили. Если посмотреть это с бюджетом развития прошлого года, то по каждой программе основной, ну, по каждому направлению, там ЖКХ, инфраструктура, там освита, медицина, мы, пришлось нам в бюджете развития практически в половину зарезаться. Тобто, які сфери у пріоритеті на наступний рік? Це соціальна сфера? Ну, взагалі, з точки зрення фінансування, так, ми на соціалку дуже багато грошей бросили, але це, я ж ще раз хочу сказати, це іменно на захищені статті. А на бюджет розвитку, в принципі, я не можу виділити особо там якихось направлень, які би більше, ну, к ним більше уваги би уділяли, ніж, наприклад, нельзя сказати, що освіта отримала більше зустріч, ніж медицина, або медицина отримала більше средств, там, наприклад, чем тот же самый ЖКХ, подходили очень скрупулезно, очень взвешенно, взяли все, что касается бюджета развития, это только те объекты, которые имеют максимальный процент завершенного строительства и ориентировались к такому принципу. До речі, про освіту було прийнято бюджетну програму «Освіта 2019-2022» на сесії. Що передбачає ця програма? Ну, от как раз передо мною лежить освіта, щоб розуміти, що загальний об'єм фінансування нашої освіти составляє 2 мільярда 441 мільйон. Це достатньо велика сума. Ну, от із них заробітна плата – це 1 800 000. Це 80% заробітної плати. Вот как бы весь разговор о том, что вроде бы как мы денег много выделяем, да, вот для того, чтобы развивать именно освиту, там не так много средств, которых мы предусматривали.
Вот, мы же не можем отказаться, например, от питания детей. Да, и там, или мы же не можем отказаться от заработной платы или оплаты энергоносителей. Вот, сами энергоносители вот, почти 300 тысяч гривен стоят. Это для того, чтобы наши школы функционировали, для того, чтобы свет и тепло было. Если говорить вот непосредственно о бюджете развития, то здесь мы запланировали у нас оснащение закладов освиты на 7 миллионов гривен, капитальный ремонт всего на 38 миллионов гривен и реконструкция это чуть больше там, 16 миллионов гривен. В принципе, мы понимаем, что это, конечно, колоссально не хватает, но будем, как говорится, ориентироваться на самые те нужды, которые, ну, самые сложные объекты, которые на данный момент у нас есть. Також наступного року починає діяти комплексна програма соцзахисту населення. Що вона передбачає, куди будуть, як будуть розподілятись кошти? Ну, зараз я тут дуже много багато всього, у вас, да, я бачу, всі, так, схем. Всевозможні, да, бумажечки, всевозможних презентацій, по яким можна, да, розказувати. Что можно сказать? Основной, конечно, программа социального захиста населения, которая у нас есть, и основные деньги – это все-таки наши бюджетные средства, которые направлены на погашение субсидий, на погашение потребностей нашего населения в тех или иных там, ресурсах. Вот на данный момент от государства мы ожидаем 1 миллиард 700 гривен для того, чтобы можно было компенсировать все эти потребления всех льготных слоев населения, которые на данный момент и есть. Ну, если расшифровать их. Это надание допомоги дітям сімей, які малозабезпечені, інваліди, тимчасова державна допомога дітям та допомога інвалідам першої, другої групи – це 870 мільйонів гривень. Надання пільг на житлові субсидії – це 835 мільйонів гривень. Надання житлових пільг на придбання твердого та рідкого палива, це скраплений газ може бути там, в розмірі там, почти 2 мільйонів гривень. Это то, что касается непосредственно той субвенции, которую мы ожидаем от государства. Если государство не сможет профинансировать нас в таком объеме, то нам придется, опять же, возвращаться к нашему бюджету развития и обратно же откусывать оттуда небольшие средства. То, что касается непосредственно наших бюджетов развития, то мы в основном около 28,5 миллионов бросаем деньги. Не бросаем, неправильное слово, там выделяем средства на льготный проезд в нашем общественном транспорте для всех наших и пенсионеров, и ветеранов, и воинов АТО, так же самое. Финансовая поддержка общественных организаций, наших ветеранов и инвалидов 2,3 миллиона гривен. А также вот, социальный захист окремых категорий населения 26 миллионов гривен, которым мы оказываем помощь, которых мы сопровождаем по нашим программам. То есть она, конечно, самая такая ресурсоемкая программа, но она крайне необходимая для нас, потому что без этой программы, как правило, ну, наше население будет ну, чувствовать себя ну, крайне у них, ну, неудобном таком положении. И еще одна программа будет діяти с наступного года и до 2021-го «Діти Запоріжжя». Что передбачається в рамках цієї? Ну, «Діти Запоріжжя» – это, в принципе, программа не новая для нас. Она не имеет такого серьезного финансирования. Там предусмотрено всего 1 миллион 200 тысяч гривен. И она ориентирована в основном на тех детей, которые у нас на данный момент то ли находятся без родителей, то есть дети-сироты, то ли дети, которые находятся под опекой. Вот на данный момент у нас в городе Запорожье 1611 детей, из них сирот около 500 человек, все остальные, которые под опекой находятся. И так как этим детям тоже нужны внимание, нужны подарки, нужна какая-то целевая финансовая помощь, но она не эквивалентна деньгам, да, она какая-то ну, то ли приобретается там какая-то одежда, то ли приобретается велосипед, то ли приобретается еще какой-то инструмент. Инвентарь, короче. Да, какой-то инвентарь, да. Вот в этом направлении планируется освоить где-то примерно около там, 600 тысяч гривен, и остальные деньги пойдут на наш дом семейного типа, который мы уже несколько лет пытаемся его запустить для того, чтобы он работал, и там не хватает буквально там 450 тысяч гривен для того, чтобы закупить необходимые там столы, стулья, тот же самый холодильник, для того, чтобы дети, которые там проживали, как бы ни в чем себе что там будет ну, было самое необходимое.
Семья, которая приняла к себе детей из детдома. Это такая очень интересная форма, не так, как у нас интернаты. Да, это дом семейного типа, подразумевая то, что есть папа, мама. Да, и есть там порядка 8-9 детей, которые они воспитывают. И воспитывают в семейных традициях, в семейной атмосфере, очень внимательно следя за ними. С другой стороны, очень внимательно и также само следит социальная служба, выполняют ли эти родители свои социальные обязательства. Очень прекрасная форма. Я думаю, что со временем она будет очень распространена. По крайней мере, во многих странах практически нет интернатов, только дома семейного типа. Більше 200 мільйонів гривень. Стільки депутати міськради у ході 35-ї сесії спрямували на медичну галузь. Кошти, перш за все, націлені на забезпечення хворих лікарськими засобами, організацію роботи пунктів невідкладної допомоги, капітальні ремонти приміщень та обладнання, придбання нового устаткування. Також створення єдиного інформаційного центру медзакладів. З 1 січня 2019-го первинку фінансуватиме Національна служба здоров'я України. З квітня у Запоріжжі триває укладання декларацій із сімейними лікарями. За каждую декларацию предусмотрено 370 гривен вместе с коэффициентом. То есть там детки получают больший коэффициент, люди пожилого возраста больший коэффициент. И тем самым будут наполняться лечебные учреждения финансированием. Я имею в виду, опять же, только центры, наши терапевты, педиатры, семейные врачи. И поэтому критически важно, на самом деле, сколько деклараций подпишет город Запорожье. Сейчас мы где-то 55% деклараций подписали, и поэтому у нас на данный момент есть возможность в реальный бюджет медицины получить большее финансирование. Согласно нормативной базе, семейный врач имеет право набрать не более 1800 пациентов, врач-терапевт 2000 и врач-педиатр – это 900 пациентов. На данный момент территориально зарегистрированного населения по нашей территории – это 110 674. Пока у нас заключена декларация 71 336. То есть еще не все наши проживающее население осуществило свое право на выбор семейного, на выбор своего врача. Також на сесії депутати проголосували за реорганізацію медзакладів Запоріжжя, тобто їхнє переведення з бюджетної форми на комунальну некомерційну. Це обов'язкова форма впровадження нового механізму фінансування у рамках діючої в Україні медреформи. Такі зміни дозволять запобігти можливому надмірному податковому навантаженню. Он для жителей Запорожья не значит ничего. Поэтому каждый может спать спокойно, если по необходимости приходить, пользоваться услугой. Для жителей Запорожья это вообще главный критерий любой реформы. Чтобы житель Запорожья или Украины просто почувствовал, ему стало легче. Если вот такого чувства нет, а надо параллельно заполнять 10-30 бумажек новых или что-то платить, это не реформа. Поэтому мы постараемся сделать безболезненно, но, конечно, стоимость медицинской услуги на рынке существенная. Она не отвечает реалиям бюджетирования по 49-й статье Конституции о том, что у нас мы должны предоставлять здравоохранение безоплатно. Повертаємося в студію «Акцентів». Нагадаю, ми спілкуємося з Русланом Підоричем, секретарем міськради. Отже, на які першочергові потреби будуть спрямовані кошти? По медицине, да? Да. Мы посмотрели сюжет. Ну, тоже вернемся как бы к общему бюджету, и потом перейдем к бюджету развития. Вот. Тоже по моей же диаграмме, которая у меня есть, вот у нас бюджет развития в этом году предусматривает 1 миллиард 85 миллионов. То есть вроде бы как очень большая сумма и достаточно как бы непонятно, куда она направляется. Да? Но из этого миллиарда, грубо говоря, 742 миллиона – это чистая заработная плата наших медицинских работников. И мы же понимаем, что мы от этого отказаться не можем. Оплата коммунальных услуг и энергоносителей – это составляет 100 миллионов гривен. Для всех наших медицинских учреждений, социальные выплаты 27 миллионов гривен, медикаменты, продукты питания, все, что необходимо для того, чтобы содержать наших пациентов, которые на данный момент находятся, тоже почти 100 миллионов гривен. Ну, там, по большому счету, как бы мы все эти деньги вот уже и распределили. Единственное, что у нас как бы небольшой бюджет развития, который мы там можем ориентировать на приобретение там аппаратов необходимых медицинских там, на капитальные ремонты, на реконструкцию, вот, он составляет всего 71,5 миллиона гривен, которые мы можем вот, вложить в эту отрасль. Вот, из них на оборудование мы в этом году приняли решение запланировать 47 миллионов гривен, на капитальные ремонты 8 миллионов гривен.
И реконструкция 15,3 миллиона гривен. То есть, в принципе, по большому счету, это практически ни о чем. К большому сожалению. Ну, такая ситуация у нас. Все остальные средства, конечно, мы, которые будут у нас, мы оставим на приобретение медикаментов там, по программе охрана здоровья, там около 200 миллионов. Это мы просто приобретаем те медикаменты, которые нам крайне необходимы. Для того, чтобы это инсулинозависимые это, и все остальные там, направления, которые необходимы, которые финансировались бы государством. Но на данный момент этого нет, поэтому мы за свои внутренние средства это все приобретаем. Но я хочу сказать, что программа с точки зрения наших жителей профинансирована на 100%, даже не на 100%, а на 114%, потому что вот в связи с инфляцией и повышением заработной платы, минимальной заработной платы, у нас затраты выросли примерно где-то плюс-минус 14%. Поэтому нам, я думаю, что для наших жителей переживать в этом плане абсолютно не надо. Все, как было в прошлом году, на том же уровне они все получат и в этом. У нас есть телефонный звонок в студию. Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер. Доброго вечера. У вас есть запитання? Прошу, вы в эфире. Мне насчет Запорожья Первого интересует. Когда там порядок или что будет? Власне, який порядок вас цікавить? Прилеглої території, власне, вокзалу, чого саме? Ну так, да, була площадь там. Зараз недостройки, базар. Ну, зрозуміло, так. Да, отже. Да. В принципі, вопрос понятен. Ну, я, звісно, не особо владею как бы, з тої ситуації, яка вокруг Запорожжя один происходит. На данный момент. Но лично, ну, мы просто не раз обсуждали сам проект площади Запорожья 1, как он должен выглядеть. С тем уже, как говорится, не достроим, да, но он уже построен, этот объект. Видели сами макетные такие части, которые можно как бы оценить, красиво это, некрасиво, вписывается она как бы в концепцию города Запорожья 1 или не вписывается. В принципе, я хочу сказать, если в этом направлении будет движение, а они должны быть, потому что я знаю, что ставились определенные условия застройщикам для того, чтобы... Я только не могу сказать, когда сроки окончания строительства, но я знаю, что это обсуждалось, и при том обсуждалось какими-то штрафными санкциями, если они к этому времени не закончат это строительство. Будет достаточно красиво. Я, честно говоря, не могу сказать, когда это закончится. А в наступном році какие-то работы будут проводитись? Вот честно, не владеюсь. Я боюсь просто сказать сейчас какую-то некорректную информацию, потому что ну, в преддверии бюджетной сессии как бы абсолютно не стоял вопрос о том, что будет Запорожье 1. И как бы я не помню, вообще этот разговор у нас мы обсуждали, наверное, весной прошлого года. Поэтому как сейчас происходит действие, не знаю. Ну, я ожидаю это. Почему? Потому что были гарантии местным властям. Соответственно, если они не выполнят свои обязательства, будут расторгаться с ними договорные отношения, будут наложены какие-то штрафные санкции, их накажут, по большому счету, позову других людей, которые, других специалистов, которые будут выполнять работы. Поэтому ну, я просто жду, когда это разрешится. На початку грудня у Комунарському районі під вантажівкою провалився асфальт. Як з'ясувалося, провалля утворилося через аварію на каналізаційному колекторі. Зараз труби вже відремонтували, але мешканці прилеглих будинків стверджують, що після аварії їхні багатоповерхівки почали просідати. Детальніше розповість Наталія Гордибакіна. Це будинок номер 30 по вулиці Олександра Говорухи. Нещодавно його фундамент почав пливти. Теплові шви розійшлися від даху до підвалу, а на будинку з'явилися чималі тріщини. Він і наверх йде, з самого верха і до нижу. Мешканці впевнені, будинок почав рухатися через аварію на старому каналізаційному колекторі, яка сталася на початку місяця. Тоді ще на дорозі провалився асфальт, а в ямі утворилося озеро з гарячою водою. Дом підтопило з тієї сторони, і тепер він робить осадку. Там, значить, це великі трещини, такі стінки, і прямо аж туди. І я не була в підвалі, а люди, говорять, були там, і в підвалі там фундамент треснув. З тої сторони отакі щелі. Хвилюються тепер і мешканці сусідніх будинків. Бояться, що їхні багатоповерхівки теж попливуть.
В этом году вот получилось, что тут провалилась машина. Но дело в том, что перед этим он 30-й дом там вообще исковеркало его и коверкает. Ну а потом и наш идет дом. Питання щодо подальшої долі будинків порушували і на сесії міської ради. Накануні предстоящих морозів будуть рватися труби теплоснабження внутрі дому і, прежде всего, на третіх і п'ятих этажах. Угроза для жителей дома остаться без тепла і води вполне реальна. У КП «Водоканал» наголошують, порив старого каналізаційного колектора ліквідували одразу. Зараз аварійні ділянки труб замінені, а провалля площею 4 квадрати та глибиною 3 метри закрили. Работы там все выполнены. Работа, которая касается по улице Говорухи, она тоже запланирована по этому коллектору. Запланированы деньги, сейчас делается проект. Мы в этом году ее, в январе точнее, начнем делать. Міський голова Володимир Буряк доручив комунальникам якнайшвидше підготувати пропозиції щодо ремонту пошкоджених будинків. Доручення департаменту ДЖКХ, а також водоканалу підготувати пропозиції щодо ремонту цих будинків в наступному році. Закуплено за кошти підприємства водоканалу труби і будуть проводитися роботи щодо водоводу, який там йде, і щодо колектора цього, який ви показали на екрані. Наталія Гурдебакіна, Владислав Овчаренко, телеканал Z. Тривають акценти. Отже, які роботи плануються проводити у 2019 році у сфері ЖКГ? Ну, адже таких домів, я так розумію, може будинків виникнути не да, у нас вже є опит, коли у нас не тільки по цьому адресу дома плили, в связи з тим, що йде підтоплення. Це, звісно, ну, особливості нашої породи, це особливості нашого регіону, на якому ми стоїмо, що будь-яке підтоплення викликає определенне движення наших домів, і вони якось, ну, сприймаються, відповідно, болезненно. Це нормально, в принципі, для всіх нас. Вот что касается программы ЖКХ, то она, как и все остальные программы, существенно сократилась по сравнению с 2018 годом. Вот сейчас у меня тут тоже есть диаграмма такая небольшая. Вот если комментировать, то выбирковый капитальный ремонт будивель, если в прошлом году это было 200 миллионов, то сейчас мы всего можем выделить на это только около 80 миллионов. Вот реконструкция жилого фонда, который вот, непосредственно вот этот дом, он попадает под эту статью, и его будет реконструировать именно из этого направления. Вот в этом году он чуть увеличился по сравнению с 18-м, и он составляет 32 миллиона гривен. То есть жители, которые там проживают, пускай не переживают, как только начнется период, который позволит выполнить все необходимые работы, они обязательно будут профинансированы и выполнены. Капитальный ремонт лифтов сократился на 9 миллионов, составил в этом году 30 миллионов. Капитальный ремонт наших гуртожитков, которые есть в городе Запорожье, которые стоят на балансе нашего места, они как в прошлом году было 12 миллионов, так и в этом году мы оставили 12 миллионов. Хотел бы остановиться отдельно на программе софинансирования ремонта УСББ, которая достаточно много копий ломали в прошлом году. В этом году мы тоже ее обсуждали, но мы как бы не выносили это так обсуждение на сессию, более обсуждали это ее в комиссии. Мы, как и в прошлом году было предусмотрено 42 миллиона, в этом году мы предусмотрели 45 миллионов гривен. В принципе, это программа, которая имеет место жить, и она и будет жить, она, если будут свободные какие-то средства, мы ее будем наполнять, потому что это единственный механизм, который позволит нам отремонтировать весь жилой фонд, который находится в ветхом состоянии, который не попадает под категорию капитальных ремонтов, а просто жители хотят привести в порядок. Поэтому на эту программу надо максимально обратить внимание. Была еще у нас одна такая статья, это 304-й порядок. Это когда мы заинтересовали жителей переходить в УСББ. В прошлом году мы на 100 миллионов эту программу профинансировали. В этом году мы отказались полностью от нее. Мы считаем, что если у нас будут свободные средства, которые можно будет направить для ремонта в ЖКХ, это все-таки надо идти по программе только софинансирования. Это основное направление, которое мы хотим выполнить. Дякую вам, Руслане, за змістовну розмову, як завжди. Успіхів вам у новому році. Спасибо большое. До побачення. Достатку та благополуччя я бажаю і нашим глядачам. Побачимось завтра. Хай щастить.